Відіскоп. Інформаційне поле у нас не таке сильне по Африці, по Азії. Ми вже сприймаємо їх як арбітрів, ісходя з результатів їх роботи на чемпіонатах міра, де ми їх бачимо. А в принципі, якщо ми привлекаємо команди со всього міра, то ми, відповідно, повинні і привлекати ну, по определеному количеству і квоті арбітрів со всього міра. Ми бачимо і розгон возрасті, да, є і 42-43 года, є і 30-літні молоді арбітри. Поэтому нельзя сказать, что правильно это или неправильно, потому что если это чемпионат мира, то арбитры должны быть представлены в какой-то квоте, которая определяется, больше-меньше. Просто на ком стал выбор? Мне, допустим, не понравился сербский арбитр, хотя он до... Я считаю, что правильно назначил пенальти, правильно удалил, но он же не назначил пенальти при счете 3-0 ворота Германии, это с Португалии, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, опять же, готов или не готов. Движение есть, все есть. И его тоже смотрели и отбирали. Ну, и до определенной минуты он как бы справился с игрой. А не назначил пенальти, не показал красную карточку, он как бы сомнение в его квалификации пошло. Я думаю, что тоже, наверное, скорее всего, он попадет в ситуацию, что будет отправлен. Поэтому привлечение должно быть, но отбор должен быть более тщательным. Витископ. Спортивное видео.